Пришла Саша со школы, такую вот порцию Саша себе варит. Макарон, капец. Ага. Здесь у нее почеревка. Мы без лука делаем, без чеснока, без ничего. Здесь кипит вода, бросай. Бросай. Саша, может, ты подумаешь, не всю? Завтра, может, уже печку мою подключат, уже это тогда и не будет. Все, закрываем. Почеревку, что ты не мешаешь? Карл сюда жарил морковку. А нет, это он жарил на матричану. Это, на эту пасту нет. А, у тебя она будет с этими, со сливками. Угу. Все, я вспомнила. Я им все покупаю, потому что они хотят это делать, Саша, в основном. Я сюда убрала некрасиво, когда этот самый. Поэтому вот так стоит. Красота такая, ведерко такое красивое. Я смотрю в окно, трусняк висит, я ем яичко. Сейчас Саша поест, и мы пойдем в этот самый. Капец, как ты ешь лед. Мы идем в магазин. Саша, надо купить батарею. Не батарею, а телефон. Ну, короче, загрузить. Ну, типа телефон заряжать. Мне нужно купить совок. У тебя зубы полетят. Денти Касканов. Пиано-пиано. Пиано-пиано. Дальфредо или Денти Серовинано. Сарай Кумеме. Дентата, боже, какие беззубые. Надо купить совок. И посмотреть сюда на дырку, на вот эту вот оснащатель. Потом надо пройти, сделать там какие-то покупки. Короче, еще делать, чем заняться. Опс, переключаемся. Все, мы вышли на улицу. Сейчас китайский, как раз, если не забуду, посмотрю эту вот штучку. Наконечник. Ну, на вот этот вот оснащатель. О, господи, семечки из этого вылетели, извиняюсь. Включили батареи перед тем, как уж я с Сашей, София в спортзал пошла. Включили батареи. Сейчас придем, как раз квартира разогреется. Холодно, вот сейчас холодно вечером. Ну, хоть солнышко вышло потом после обеда сегодня немножко. Саша идет левой, левой. Раз, два, три. Угу. Не стала самую сумку брать, чтобы везти что-нибудь, типа вкусняшки домой, потому что надо доедать все, что есть в холодильнике. Там холодильник забит. Так, мы уже в китайском. Я даже не знаю, где смотреть эти ситечки. Даже не знаю, как они на итальянском будут. Всего столько красивого. Подставка для горячего, видите? Красиво кухонку оформить. Наверное, где-то здесь они должны быть, по идее. Вот их силиконовые, кстати, штуки можно здесь и посмотреть. Вот эти, наверное. Не. Даже я не знаю, девочки, нету тут силиконовых. Ножи, ножи, ножи. Ножи, 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 ножи. Вот такие по 50 копеек, но они только такие, мне их нужна как лопаточка. Вот такие вот маленькие. Понавешивают. А, вот это ситечка, наверное, да? Вот оно, ситечка. Так, мне, пожалуйста, розовенькую, голубенькую. Очень долго, долго надо туда лезть искать. Все, хватит две пока. Все, нет, это нервов там, вот это колупаться, я не могу. Бляха-муха. Оранжевый я не хочу. Боже, мы сейчас два часа здесь буду колупаться. Блин, они не силиконовые, они пластмассовые. Ой. Тоже пластмасса. А вот они силиконовые, типа лопаточки. Вот эти вот, по рубль 25 они.
Две таких и две таких. Такие, Саш, ты говорила, надо нам для кучины. Держи. Так, дальше нам надо ситечко. Так. Это вот ты тоже, да, поняла для чего, да? Не, наверное, нет. Вот. А ты поняла, да, что я ищу, да? Вот это вот Браво, брависсимо, какая ты умничка у меня. А как оно на итальянском называется? Не, это не. Я тоже смотрела, это не оно. А, ну да, типа sí, такой. Questo. Да, вот такие, только надо маленькая. Маленькая, questo маленькая. Покажи. Il piccolo che c'è. Ну давай возьмем это, посмотрим. Если будет troppo piccolo? Ну, поменять можно у них. C'è questo. Типа камбиары. А что, маленькая? Надо было... Ce n'è? C'è questo qua? Più grande? Нет, не влезет. Бери маленькая. Все, пошли. Зиманка. Так, скопа. Ой, семечка. Хочешь? Да. Вот они такие, эти самые прокладки, видите? Конечно, здесь они дешевые. Дешевые. Я даже не буду вам говорить, сколько я заплатила. Но у меня, конечно, 3 в одном. Ну, ничего они будут пачкаться. Бросайте их в посудомойку, да, и мойте. Так. Мне нужен совок. Но пилонеро. А где он? Да. Совок. И надо... Нет, надо саму щетку. Simon, tu stai vendendo una sola di quelle? Da, 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 prendevate. Ah, вот они. Так, и все, да? Потом что еще? А что мы взяли? Давай. А розового нет там совка? Посмотри. Что совок? Нейро. А это... Нет, девочки, это обыкновенная клеенка. Это не то, что вы мне советуете. Ой, прям под плитку, под мою ленте. Клеенка. Есть розовый, да? Ой, молодец, умничка. Все, розовое у нас это, розовое то. А то у нас совок у нас поломался, вообще совка нет. Все? Тебе больше ничего не надо? Mm-hmm. Нет, да? Так, вот здесь ничего не надо? Что это такое? Это начищать. Расческа. Тебе ехать в дорогу вот скоро. Будешь ехать? Non le uso. Маленькую. Чего? Questo mi tirano i capelli male. Наоборот, это не тира капелли. Io quello, quello accanto, ma вот, это вот, вот это вот она и дергает волосы, а это не дергает. Как хорошо, когда детям ничего не надо. Ну, пошли тогда. Вот такую вот расческу, я вот пользуюсь вот такими расческами у меня дома. Я за нее ругаюсь, потому что не могу потом найти. Так, давай вот этот возьмем. Жилеты. Нам надо побриться. Идем. Так, это у нас есть, это у нас нет. Я вот здесь могу стоять часами, вот эти вот губочки, смотри, тряпочки. Куали? Пер? Так, возьми, где? Где они? Так, а где? Не, оно должно быть, оно где-то есть, Саша. Не может быть, что его нет.
Просто я не хочу смотреть, мне лень, и тебе лень. Вот они. Вот это, что ли? Да. Ну, нет. Вот это? Quella grande moon, ты recordi? Sì, tipo. Vabbè, anche quella, tipo. Вот такую взять тебе, будешь мыть это? Чего? Будешь себе вот так вот, знаешь, для чего это? Смотри, так вот берешь и так вот. Brutto. Так будешь, чесать будешь себе. Cose inutili. Ну. Только эти есть, других. Какое? На палке? Не надо, зачем? Тогда не надо, все, пошли. Видите, полотенчики здесь есть. Симпатичненькие. Тряпочки. Все красивенько. Пакетики. Хороший магазин. Ну, такие сандалии, смотрите, надо Клеопатре такие на день рождения подарить. Все? Анна, финито? Да, думаю. Ничего не забыла. Тебе ничего не надо, ты ехал. Ой, какие банки, Саша. Для бискотов. Боже, какая красота. А поменьше нет такой же, такой красивой? Нет. Где меньше? Ну? Не, ну да, она меньше, но они одинаковые. Блин, какая это тебе для бискотов тебе, Саша, по-любому надо будет. Ты же у нас одна бискот ты ешь. Вон, смотри. Подержи, я достану. Какой? Вот эту, да, с сердечком с красным? Или вот эту побольше? Моя preferisci. Quella più piccola, quella che costa anche meno, mamma, perché tanto c'è bisogno di. Ma sei sicura che la vuoi prendere? Да. Пой. Это тебе подарок, смотри, с сердцем. О, сейчас бискоты свои положишь, и все, уже будет стоять, им будет валяться. Вот таких банок, я такие банки хочу, девочки. Что я с собой делаю, что делать? Посмотри, какая красота. Неужели это некрасиво? Эти баночки. Нам надо еще... Нам надо с тебе с собой еще взять для соли и для цукера, потом купим с тобой. Все старые. Иди, проходи. Ай. Молоко, говоришь, надо купить, да? И вот эти вот, нету фиалочек дома, вот этих вот. Делать коллационы вам с этими. Мы все побили, все разбили. Какие взять лучше? Ну, смотри, вот эти внизу. Угали. Не, они не угали. Они разные. Отнеси на кассу где. Можно, можно. Я все время отношу, там все туда все относят. Какие? Вот эти вот две? А розовых? Две или три? Самое интересное, если ты не манджи, прендер. Если ты не манджи, не прендер. Allora, la, раз. Два. Ты манджи? Ну, я ж не ем такое, как вы. Я вообще против, когда одинаковые штуки. Мне интересно, когда они все разные. Ну, давай серенькую возьмем. Какой? С красненьким ободочком или сереньким? Così. Смотри, есть такая вот, а есть такая. Come garbio te, mamma. А что, своего мнения нет? Одинаковые берем? Да, ладно. Давай. Anita? Да. Ты манка альтро? Нет. Да нет, потом уже с тобой, я же тебе говорю, надо для соли, для сали, для этого. Нет, нет, нормально, посмотри, какой большой. А, ну тогда можно будет поменять. Смотри, какие тоже маленькие, симпатичные. Сашка мне говорит, мама, не смотри, то, что не надо, не покупаем. Видишь, вот для соли и для сахара. Вот две одинаковых купить и все. И не думать ни о чем. Посмотрите, вот по рубль 50. Ну что, некрасиво, рубль 50. Ну что, ну рубль 50. Ну проезд стоит в автобусе дороже. Если ехать без билета, а покупать у водителя. Ладно, все, идем. Все. А вот написано, видишь, написано сали, кафе. Но это нам цветное, нам не надо. У нас стиль свой. Видишь, это если горячее оставить. Вот эти штучки нам не нужны, потому что у нас не раскаляются. Я взяла посуду, которая не нагревается, ручки. Вот.
Вот это вот красивое для ложек, для вилок. Вот эта вот штука красивая, но я хочу все сложить в ящик. Я не хочу, чтобы стояло все на виду. Посмотрю, как у меня получится. Все. Боже, маленькие были, вас было отсюда не вытащить, вы все хотели. А теперь все, Саша, деньги бережет, то не надо, то не надо. А маленькие были, все надо, и то надо, и это надо. Боже. Оп, переключаемся. В общем, купили мы, Саша, все, что надо. Сколько ты молока взяла? Два. Молоко закончилось, она пьет, ну, с бискотами, с печеньем. Пизанская башня, вот стена, видите. Купили все нужное, из ненужного купили только, что могло подождать банка для печенья. Но опять же, она у меня стоит в пакете под... Ой, дождь начинается, надо было белье снять. Бляха-муха. Но она у меня стоит под раковиной. И поэтому не как-то неудобно, и мало ли там, хоть и закрыт пакет, чтобы пыль туда... Боже, ну я красивая женщина, такой же степени. Девочки, кто пишет мне в сообщениях, что у меня непонятные слова, это авторское произношение, авторский словарь Маринос Иванодзес. Помнишь, я тебе рассказывала историю, как я говорила аюта? Не? Блин, дождь пошел, сейчас и голова царит. София все время ржет, когда я ей рассказываю вот это вот. Ту-ай-ю. Не помнишь? Когда я в Италию приехала, я рассказывала, что... Так я рассказывала историю. Потом как-нибудь вам расскажу, неудобно нести. Банку купили классную, прям банка классная для печенья вообще. А кто-то любит готовить такие вот банки с, там, с крупами, с макаронами. На полках красиво пылятся. Стена. Остановила полиция мальчика. Наверное, может, он был без каски. Не было... Каски сюда в камеру. Да? Вот так вот, девочки. Сейчас выпишут штраф мальчику. В следующий раз будет у меня их двое мальчиков. Кто? Да? Да. Лиза вообще? Серьезно, я знаю кто. Маленьким. Одну я видела, а я знаю кто. Да? О, смотрите, полетел, видите? Залетел в дом. Все. В этих дырках живут голуби. Я раньше думала, что сюда высовывали пушки, ну, типа пистолет, чтобы стрелять в противника в эти дырочки. Вот кто знает, почему эти дырочки? Или вентиляция? Нет. Выпали камушки? Тоже нет, очень ровно выпали. Это все вручную эту стену строили. Ой, девочки, все для вас, говорю, все для вас. Вон вещи тоже кто-то снимает. Надо было снять, я вчера вывесила белое. Мама, еще давайте смотреть, подробно. Где-то есть, девочки, я вам ложу, вы потом складываете и сами не находите. У Софии, кстати, сейчас гормоны вообще скачут. Если там Саша тебя как-то контролирует, еще поддаются дрессировке. У Софии бывают дни, гормоны скачут, мама дорогая. Я себя помню в этом возрасте. Я просто не знала, что это так называется, что это гормоны, но меня тоже колбасило. Переключаемся. Все, мы Саше заплатили за все. Да, Сашка, меньше шоколада. Привет. А? Конечно, я же режиссер. Настиралась Италия. А вас уже вкладывала один. Все, Саша, ты что? Не надо. И молочко, когда делаешь, надо его подогревать немножко. Но... Девочки, как вы думаете, мне вообще нужна микроволновка или нет? Микронды нам обязательно не микронды у нас. Чего? Мы же там что-то рискальдава. 2 минуты, там 2 минуты. Мама. Нет, сейчас нет. Потом. Мне просто хочется, чтобы было все красиво. Я за этим мечтала, я к этому стремилась. Мы в этом месяце вообще красотки. В этом месяце. Ни трусов.
ни лифонов. Одни прокладки, эти самые, ситечки и ведра. Нет, ведра, девочки, я понимаю, что у всех стоит маленькая ведерко. Но именно такое, я имела в виду за такое ведерко, красивое. У нас тоже, вот видите, вот они, ведра. Вот это вот огромные ведра такого цвета. Они должны стоять у вас вот на улице, потому что сегодня забирали органику. А так вот такое ведро у меня должно стоять там в коридоре, потому что у меня нет балкона. И вот когда маленькая наполнится, вы туда вот это вот все сносите, эти пакетики. А потом в день вам назначенный вы носите это на улицу. Вот как сейчас. Понимаете? Боже, все, пижаму, любимую пижаму. Любочка, огромное тебе спасибо. Любимую пижаму. Сейчас батарейки мы уже включили, они сейчас разогреются. О-о-о! Я хотела тортик купить. Вот зато она. Не-не-не-не-не. Все, все. Здесь чистенько все. Чистенько. Угу. Не, здесь всегда убирают, все равно молодцы. Здесь тихий. Очень тихий район. Здесь спокойно, в принципе. Спальный район, можно сказать. Вот у нас осталась одна мусорка под стекло. Блин, мы уходили, надо было выбросить стекло. Да ладно, там три этих самых стоит. Один стакан, который ты разбила, стоит, да и все. Ну, да, конечно, Саша, не специально что сделал. Говорит, я нервничала. Видите, тоже здесь настирали. Это столи, эта женщина молодец, сделала себе вот такой вот подкидыш. Вот, а вон мое висит. Скатерть Любина висит, дорожки мои висят с кухни, с туалета. Сейчас я их сниму. Переброшу на дверь, потому что они уже сухие. Все будет несчастье. Вот как-то так, девчонки, так и живем. Мне нравится моя компания на Словакии. Опс, переключаемся. Мы уже домой пришли. Смотрите, какая темень уже на улице. Видите, мне сюда нужны какие-то шторки симпатичные по-любому. Отлично. Значит, что мы купили, девочки, мальчики, мужчины? Ну, совок вы уже видели. Так, это надо посуду помыть. Мне нужна была вот такая вот щетка новая, потому что моя уже была, ну, старая после ремонта, я ее уже мыла, перемыла, поэтому нужна новенькая, не пыльная. Вот, такая вот щеточка, она очень мягкая в производстве своем и очень уникальная. Боже, неужели я сейчас одену пижаму? Ну, это Саша молоко взяла. Так, что я взяла, девчонки? Я взяла вот такие вот бритвы лезвия, чтобы вы себя прям дезинфицировали. Вот такие вот три пиалочки. Видите, вот они у нас все побились, и я потом не покупала. Вот я сколько знала, что буду делать какие-то ремонт какой-то косметический дома, и я знала, что ну куда эту посуду покупать, пока нет полочек. Вот так вот я, как я купила, вы видели эти самые хлопья, да, утренние, то вот такие вот я сделала приобретение в семью. Три обыкновенные пиалочки. У меня, конечно, мое уродство в том, что я люблю все разное. Вот типа один такой, один такой, один такой, один такой. Так, подождите, пока освобождаю я переходник, чтобы вам показать. В общем, их потом помою я. Вот. Купили две вот такие вот силиконовые эти самые штучки, чтобы мешать продукты питания, которые мы питаем. И вот такую вот штуку я взяла для Саши, для печенья. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть печенье. Там есть прослойка резиновая, которая держит тампон, трапан. Я ее сполосну и вам покажу. Это очень симпатично. Вон там у меня губка прилеплена на такую штуку специальную, я показывала на раковине. Держит великолепно. Теперь сполосну. Сейчас на ваших глазах я это все промою, солью, отклею задник, потому что задник некрасиво, сполосну ее, вытру потом насухо обязательно, девочки, не забывайте насухо. Боже, какая я рада, все, я сейчас ложусь. Блин, советуйте фильмы, я уже все пересмотрела. И «Шпион», и «Шрифт», фильм классный, и «Мосгаз», и «Хусгаз», все пересмотрела. Ну, я не за один день, естественно. Вот, знаете, я ее промыла. Теперь надо пропитать ее
чистыми салфетками внутри. Салфетки — это бумага, карта. В будущем, когда здесь будут стоять, будет полочка, там будут на ней стоять в такой красивой банке бисквиты. Сейчас банки эти очень модные. Не сейчас, они модные давно, то сейчас вы опять напишите, но именно сейчас как-то они приняли божеский вид и начали радовать глаз итальянских женщин. Дождь пошел, я была тепло одета, потом холод, меня бросает жар в холод, и вот опять начинается, я прям чувствую, уже почесываться. Написали, что у меня глисты, глист не один, и видно, похоже, что он еще и большой, потому что я ем много булок. Я всегда ем много булок, я всегда могу есть много. Я очень много двигаюсь, я жираю, сжигаю и жираю, калорий больше, чем надо. Поэтому, может быть, когда будет настоящая мини-пауза, я об этом призадумалась. Главное, когда вы перекладываете бисквиты в баночку, не надо их высыпать, потому что они побьются, будут дополнительные крошки. Вот, и будет у вас неудобство. Блин, я уже бумагу выкинула сегодня. Мы с Сашей шли в магазин, и я выкинула уже коробки. Сегодня бумагу забирают. С этим мусором. Не, если был бы балкон, то что? Или свой собственный дом выставил, и все. Там же вот этих вот новостройках, у них есть мусор, они выкидывают, когда хотят. У них есть такая карточка, я как-то снимала. Вот в центре такое есть. Где вы проживаете, вам дают такую карточку, вы по этой карточке выбрасываете мусор. Подошли, вам открылся люк, и такие они, типа, подземные мусорки. А у нас здесь вот все поубирали, и все. И когда там девочки пишут, ой, да у вас должна быть там рядом с домом какая-то мусорка, девочки. Ну, нету рядом с домом мусорка. Я как-то раз что-то шла, что-то я... А, я хотела выкинуть свою навесную штуку, которую я выкинула потом, кстати, в туалет. Она поржавела. Красить, там, зачищать ее, как-то не хотелось маяться. И я только ее поставила, ее бы забрали через 2 минуты. И все, сосед уже там напротив дома орет, Марина, что ты поставила? Я говорю, что я поставила? Он говорит, нефиг тут ставить. Что-то я много наложила, ну ладно, а нет, нормально. Тут немножко вот, осталось пару печенья, я думаю, Саша их доест. Вот, смотрите, какая красивая бисквитница у нас получилась с вами. И на ваших глазах преобразилась эта красивая баночка. Здесь есть сердце, красные ткани любви и вознаграждение за вашу отзывчивость. И вот такой вот колпак сердца. Все. И когда здесь будет полочка, вот эти вот бисквиты, они встанут вот так вот на полочку, и будет очень красиво смотреться при этом. Понимаете? Оно будет смотреться очень шикарно. Оно будет смотреться замечательно. Это называется ухоженность стола. Вчера мы с вами разбирали ухоженность раковины. А это у нас ухоженность стола. Вот она, такая ухоженная, красивая, прозрачная банка. Так как много печенья бывает разных сортов, разного вида, можно покупать разные печенья, и вы будете радовать свой глаз именно той вкусняшкой, которую вы хотели съесть в данную минуту. Вот так оно смотрится. Но здесь, конечно, сейчас нет полки, но не очень смотрится, но вот так вот оно будет смотреться. Очень красивая банка крупного производства. Дальше мы купили ситечко. Она сказала, можно будет поменять, если что, говорит, если вы не откроете, не вынете ее. Места вообще нет на этой кухне. Я имею в виду, пока эта плитка, Клеопатра хочет забрать эту плитку себе. Так, сейчас мы попробуем, девочки. Вынимаем вот эту вот красную дрянь. Споласкиваем. Пробуем. Отлично, девочки. Отлично, отлично. Все. Сношитель стал эта штука. И теперь спокойно мы можем с вами хоть плюйте в раковину, она не забьется. Вот такой вот наконечник. Все, она прям как матка. Видите? Вроде она... А нет, она не влазит. Нет, она влезла. Но оно немножко большевое. Но это, конечно, лучше, чем вообще ничего. Боже, тогда надо покупать силиконовую на... Есть такие силиконовые на этом. На примочках. Но это уже все, пока буду пользоваться этой уже. Ну, значит, надо покупать силиконовую на примочках. Только так. Потому что вот это вот все равно, вот этой штуки, когда моешь, все равно там попадают какие-то мелкие эти самые штуки. Попадает, а так все равно она хоть будет защищать ее, не будет туда попадать, понимаешь? Все.
что там, видите, есть наклейка, надо, чтобы она отцепилась, поставить чашку в чашку. Это знают только интеллигентные люди. Простые люди об этом не знают. Все. Все, девчонки, мальчики, мужчины, всем классных-классных выходных, но по сарам все будет хорошо. Берегите себя обязательно, вы у себя совсем один. Скоро весна, всех поздравляю, что тут еще есть. А, еще есть одна лопатка. Мы купили, оказывается, 3 лопатки силиконовых. Мы купили 3 силиконовых лопаточки, вот такие вот, видите? Это для того, чтобы подмешивать вещи. Пища. Все это сейчас потом помоется. Можно расслабиться, можно идти одевать пижаму. Трудовой день на сегодня объявляется законченным. Все, хватит потрячить. Надо уметь отдыхать тоже. Такие штучки еще. Для бритья бровей, подмышек. Посмотри, какая красота. Симочка, ты меня ждешь, мальчик. Вот такая вот девочке красота. Все. Это будет потом ухоженная, ухоженности кухни. Будет ухоженная кухня, когда на полке будет стоять. Боже, я уже исчесалась. Сейчас надо написать, что у меня глисты типа большие, потому что я много ем. А сейчас напишу, что у меня чесотка. Слушайте, когда будет полочка, она будет красивая. Вот такая вот баночка средняя, большая, большая посередине. И рядом маленький тоже с какими-то пряностями. Это очень, очень показывает организованность хозяйки на кухне. Особенно на новой кухне или же на помытой кухне. Это тоже посуда. Девочки, мальчики, мужчины, на этом будем с вами прощаться. Всем классных выходных. С вами была ваша фея. Прощайте, до завтра.